У гомельской фан-зоне других европейских гульнев кипит житё. Гомельчане приходят до Лядового палаца, каб разом потримать белорусских спортсменов и просто весело провести час. Сирот болельщиков и представники Гомельского областного объединения инвалидов-спинальников. Яны так само приехали у фан-зону, каб подтримать белорусов на галовном спортивном форуме года. Дарэчы, гомельские инвалиды-спинальники вельми спортивные люди. Занятки физической культурой и спортом, а так само удел у споборников, помогают у реабилитации. Организация существует более 22 лет. И с чего мы начинали, самое начало, это физическая реабилитация таких людей, адаптация их в жизнь общества через физическую культуру и спорт. У нас на сегодняшний день уже существуют команды спортсменов-колясочников по баскетболу на колясках, по настольному теннису, по плаванию, по легкой атлетике, по паралимпийскому виду спорта, боча. И ребята участвуют в различных соревнованиях и турнирах различного уровня, от местных и до международных. У День незалежности Беларуси 3 липеня у Гомеле отбудется инклюзивный забег «Разом мы можем усё». Яго мэта – популяризация спорту сярод людей с инвалидностью.